сейчас мы будем тестировать викинадия, посмотрим, как же там готовят мясо. Чем-то нас удивить таким необычным, да? А домашняя кухня как тебе? Ну, домашняя кухня, она всегда домашняя. Хотелось бы, наверное, чего-то действительно, что-то типа бургеров, либо каких-то фри, не знаю, чего-то фри. Давай, наверное, действительно, попробуем бургеры. Я здесь смотрю достаточно... А давай вот просто разбавим. Бургер с картошечкой фри, да? А бургер, вообще, что вы нам порекомендуете такое перекусить? Смотрите, бургер уже идет по меню, картошка фри и соус. А, это уже получается в подаче. То есть нам не надо дополнительно заказывать картошку фри, мы сразу... Слушай, это уж очень удобно. И уже с картошкой фри. И мы попробуем куриные крылья. Я не знаю, каким они будут соусом, вообще как они будут сделаны, но я думаю, что это приготовить достаточно просто, в принципе. С одной стороны, с другой стороны, надо добавить какой-то изюминки в это блюдо. Обязательно возьмем узвар. Узвар – это очень вкусно. Бабушка у меня готовила всегда очень вкусный узвар. То есть ты хочешь узвар, да? Да, я хочу узвар. Мы пока играли в бильярд, насколько я понимаю, нам уже приготовили то, что мы заказывали. То есть мы не успели даже партию до конца сыграть? Да, мы не успели сыграть партию. Как уже сразу заказ. Да, но я выиграю 5-0, ты помнишь об этом? Ну, я знаю, что тебе придется отжимать. Да, теперь кому-то придется отжиматься. Так, ну что, сейчас посмотрим. У нас, получается, первое блюдо сейчас заходит. И мы посмотрим, насколько оно красивое, насколько оно интересное. Смотри, уже такая красота. О, ничего себе. Это реально 100% красиво. Это бургер, получается. В бургере у нас подается с картошечкой соус. Сейчас попробуем, что это за соус. Картошечка достаточно такая, по ощущению, приятненькая. Сейчас мы ее попробуем, эту картошку, отложим сюда. Значит, в бургере у нас котлета из говяжьего мяса, у нас салат. Что еще в этом бургере у нас? Сырок, отлично расплавленный, яйцо, нормальная такая плюшечка у нас, кусочек огурчика, помидорчика у нас, черри сверху. Так, и яйцо, это фирменный бургер. Вот нам поднесли тарелочки, так что тебе придется теперь тестировать на вкус. Так, возьмем картошечку. Слушай, ты знаешь, вот эта картошка, по моему ощущению, она какая-то более настоящая, в отличие от Макдональдса. Она очень похожа на Макдональдс картошку. Она тоже достаточно хрустящая, умеренно соленая. Ну давай лучше начнем с гамбургера, с бургера. Да, давай начнем с бургера, мы сейчас его разрежем. Я себе положу кусочек этого бургера. Сейчас мы возьмем его вот так. Вот так. Еще раз смотрим, что тут. Котлета, говядина, яичко. Кстати, яичко очень хорошо. Видишь, куриное яйцо, очень классно. Оно типа как альдента, знаешь, да? Котлета говяжья должна быть очень сочная. И она сочная. Отлично. Сочная котлета. Яйцо. Огурчик солененький. Солененький огурчик, яичко. Слушай, очень хороший бургер. Посмотри внимательно, сними вот сейчас вот это. Посмотри, как она 2 сантиметра практически. Очень толстая. И внутри сок. 2 сантиметра котлеты. Говяжьей котлеты. Это даже не свинина. С такой толстой котлетой, говяжьей котлетой, бургер будет стоить от 150 гривен. 100%. Попробуем крылышки. Я думаю, что они будут точно... Уже несут. Уже несут? Конечно. Так, крылья. Это из фри-меню. Это из фри-меню. Слушай, подача вообще плюсует. Как они... Я думаю, что они точно так же вкусно выглядят, как и аппетитно выглядят. Мы сейчас обязательно запостим эту фотку. Кусочек салата и замечательная вообще подача. Выглядит просто на пятерку. Смотри, как она блестит. Да, отлично, просто. Медовый такой соус. Сладенький, кисленький. Ну, соус в тему, да? Да, соус очень в тему. Очень в тему. И сколько ты этому соусу дашь, вот, в принципе, оценку? То есть ты бы... Где-то бы еще его применял бы? Да, ну это как бы соус такой, знаешь, очень популярный на самом деле, он очень вкусный. Его можно, в принципе, применять с любым, наверное, каким-то мясом, куриным, мясом уток. Хорошая. Качество, заметьте, она не сильно маленькая. То есть крыло такое достаточно плотненькое. И тут, в принципе, получается
Да, три нижние как бы части крыла и три верхние части крыла. Но они вот здесь в меру ужаренные, в меру жирные, в меру соус. Все очень даже так неплохо, все очень в меру. Но здесь бургеры 100% достойные, они стоят 120 рублей за большую толстую котлету, яйцо, салат, картошка. Ну, все, в принципе, неплохо. Я думаю, что в этом даже есть смысл не ходить в Макдональдс, а есть более здоровые бургеры с более настоящего фарша, который, в принципе, используется для их производства.